Здравствуйте. Так хорошо, что мы встретились здесь, на паломничество 2021 Шоссе Мира. Мы посещаем разные святые места. Сейчас находимся на юге Москвы. И давайте подумаем. Тему, связанную со вчерашним видео, какая самая большая проблема человечества, которая всех касается, ну, кроме детей. Ну, скажите, напишите под этим видео. Да, это, как мы знаем, мы читали книгу «Священное Писание». Пожалуйста, найдите видео. Все книгу «Священное Писание» видео находится на нашем канале «Послание миллиардам». И эта проблема – похоть. И, как вы видите, вот эта проблема рушит целые империи из истории. И сейчас очень распространена эта проблема по всему обществу, особенно в культуре. Но те люди, которые могли контролировать эту проблему, добились очень больших результатов и остались в истории. К примеру, Иисус. Потому что они практиковали истинную любовь. Пожалуйста, практикуйте эту истинную любовь в ваших семьях, сообществах, городах, странах и всего мира. Тогда настанет Царство Небесное. Не надо кричать на правительство или на других. Просто начните с себя. Я практикую это уже 24 года, и много последователей вдохновляются этим. Написал все это в своей книге «Идеальное сообщество». И вас могу проконсультировать. Просто контактируйте меня. Все контакты под этим видео. Для сотрудничества, консультации и стать членом Святого Сообщества Небесного Родителя. Хорошего дня и встретимся завтра в другом месте силы.